Болезнь века не рак, не аллергия детская, это болезнь недовольства. И поэтому сейчас модно ненавидеть, да, а это такая игра интерактивная, то, что называется хейтерством, да. Это всего лишь развлечение, это не надо воспринимать серьезно, это всего лишь, так сказать, сценарий развития прихода Антихриста в этот мир. Вот все идет своим чередом.